Крупный североказахстанский производитель молочной продукции опроверг информацию о содержании в их молоке кишечной палочки. Ранее сообщалось, что бактерию якобы обнаружили российские специалисты. По этой причине с 5 сентября Россельхознадзор запретил поставку продуктов на территорию соседнего государства. Как рассказал директор завода, инцидент – не что иное, как происки недобросовестных конкурентов. По его словам, месяц назад предприятие заявило россиянам о намерении уйти с рынка из-за неоднократных нарушений, в том числе и условий приема и хранения молока. Партию от 5 августа тщательно проверили специалисты 4 лабораторий, 3 из которых наличие опасной бактерии не подтвердили. Они не знали, что мы сразу в 4 лаборатории отдаем анализ. А когда принесли документы с других лабораторий, с их же, с омской, с российской, что у нас отрицательный с этой же партии за 5 число. Остальные 9 поездок, которых мы туда отвозили на анализ, были все отрицательные, ничего не нашли.